В начале выпуска о первомайском празднике. В понедельник по всей стране прошли праздничные демонстрации, митинги и концерты. Первомай остается символом единения, согласия и мирного труда. Первый день весны объединил и многих жителей Муравленко, рассказывает Оксана Шостак. Более века прошло с тех пор, как россияне впервые отметили праздник весны и труда. Но традиция шагать торжественными колоннами и выстраиваться на митинги с лозунгами «Мир, труд, май» живет и сегодня. В молодежном сквере в день весны и труда многолюдно. Горожане собрались на торжественное мероприятие, которое объединило представителей трудовых коллективов, различных политических партий и общественных объединений. От имени губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Николаевича Кобылкина искренне поздравляю вас с праздником весны и труда. Мы все прекрасно помним, как, объединяясь, люди разных профессий и поколений шли на митинги, на демонстрации, подчеркивая то, что этот праздник объединяет нас всех. В разных концах нашей большой России сегодня разная погода. Где-то цветут сады, где-то уже закончилась посевная. Люди работают, люди трудятся. Ну и погода, конечно же, у всех разная. В следующем году мы постараемся сделать ее чуть лучше, чтобы праздник был комфортнее. А сегодня семейный праздник, сегодня объединяющий праздник. С праздником! Здоровья, удачи и счастья! С праздником, Муравленко! С 1 мая! Сегодня мы гордимся работой тружеников нашего города, нефтяников и строителей, учителей, врачей, работников правоохранительных органов, коммунального хозяйства, а также всех тех, кто ежедневно, приходя на свое рабочее место, честно и плодотворно трудится. Хочется пожелать в этот прекрасный день счастья, радости, прекрасного настроения. Каждое выступление поддерживали торжественным ура. Горожане готовились к празднику. В сквер пришли не только коллективами, но и целыми семьями с воздушными шарами, флагами, транспарантами и отличным настроением. Это праздник всей общественности, праздник матерей, отцов, детей. Это тот выходной, когда семья может провести вместе вот в такой дружной праздничной обстановке. Для меня это прошлое, настоящее, будущее. Самый замечательный праздник – это весна, это труд, это мир, это май. И вообще здорово, что эта традиция осталась в нашей стране. Только благодаря традиции можно много добиться. Прежде всего, как обычно, праздник весны, труда, день трудящихся и единство народа. Самое главное. Для нас это праздник, не просто праздник, это для нас очень глубокая традиция, международный праздник, день солидарности трудящихся. Наша партия всегда во главу ставила человека труда, поэтому мы с особым теплом относимся именно к этому дню, к дню 1 мая. Первомайский праздник продолжился праздничным гулянием в парке культуры и отдыха. Творческие коллективы города поздравили горожан концертными номерами. Оксана Шостак, Анатолий Шуликов, Владислав Дроботов, телерадиокомпания «Муравленко ТВ».